Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Он вышел, и у него как будто топор в голову воткнут. Он топор. Показывает на него. Хорошо, все сейчас отлично, всех найдем. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Александра в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Александра поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Александра. Интересуемся, готов ли он к диагностике. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Говорит, уже доверил, раз я здесь. Хорошо. И ты видишь этот топор, да? Да. Сила моего намерения, я вытаскиваю безболезненно для Александра этот топор, отправляю в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Готово. И от этого топора выстраивай канал к ответственному заказчику, исполнителю, все, кто связан с этим энергетическим ударом. Выстраивается канал, и на счет три все ответственные притягиваются в клетку-тюрьму и становятся ее заложником. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Как таковых там нет заказчиков энергетического удара. Это здесь совсем по-другому. Этот топор – это накопленные энергетические удары, которые ударили вот так вот одним топором по нему. То есть от своих переживаний он получил вот этот топор, не выдержал. То есть ответственных за него нет, это он сам собой сгенерировал, получается? Но на него, получается, было несколько нападений. Хорошо. Не энергетических. А на энергетическом плане у него получился такой топор от всех переживаний. Все понятно. Хорошо. Так. Мы можем притянуть тех ответственных, которые ответственны за физическое нападение. Они связаны с энергетикой, с ним. Выстраивая каналы и силами его намерения притягивая всех ответственных за физическое нападение на него. Один, два, три. Все в клетку-тюрьму. Но как таковое там его переживание и непонимание только. То есть... Идет очень смутно, двое мужчин, они оба в масках, и они одни и те же. Хорошо, притягивай этих двоих мужчин в масках. Один, два, три. Их фантомы появляются. Нечетко. Они проявляются в клетке тюрьмы. Но они здесь, один с дубинкой. Хорошо, снимай с них маски. Один, два, три. Они меня не видят? Можешь. Они не снимаются. Почему не снимаются? Потому что они... Нечеткие фантомы, нам не к чему их притянуть. Это его память. То есть это он по памяти, ты как видел их или как? А где-то в подсознании у него есть они. Но он их не помнит. Он их не помнит. Хорошо. Так. Тогда считай информацию, их имена. Должна пойти информация. Это только исполнитель. Хорошо. Исполнители имена. Пошли имена. Четко и ясно. Артур. Артур. Второй. Пошло имя. Это не русский имя. Алан. Алан. Не русский, Алан, да? Алан, Альян. Что-то такое. Алан или Альян. Хорошо. Эти Артур и этот Алан связаны с заказчиком, выстраивая от них канал к заказчику и притягивая в клетку-тюрьму. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Есть тот, кто им платит, но он тоже не заказчик. То есть для них он заказчик, но есть кто-то выше. То есть еще кто-то выше есть. Хорошо. Нам нужен последний заказчик, не тот, кто платит, а именно тот, кто давал этот заказ. Хорошо, давай поставим монитор 1, 2, 3 перед клеткой. И на счет 3 проявляется заказчик этого преступления. 1, 2, 3. Тот, кто все организовал, ты его видишь четко и ясно. Он сидит за столом и говорит по телефону. Хорошо. Имя, считай его имя. Как этот человек с Александром связан? Он говорит, как долго мы его еще прессовать будем. Кто говорит? Самый умный, что он по телефону разговаривает. А, да. Давай. Нам всю работу портит. Кто этот человек? Имя его узнай. Пошло имя.
Буква А идет много. Вот Андрей Арсеньевич, что такое? Разные имена, но они все на... Андрей, Арсений. Р есть. Р есть еще. Понятно. Как этот Арсений, как этот человек связан с Александром? Ты видишь четко и ясно, где они пересекаются на мониторе. Нигде. Что? Нигде. Они не знакомы? Он сидит у себя в офисе. Очень высоко. Что значит очень высоко? В здании высоко где-то? Или у него высокая позиция? Позиция. Высокая позиция у него. Хорошо. Он раздает контракты, на которых можно зарабатывать. То есть он деньги. Он госслужащий? Да. Хорошо. В какую организацию он работает? Пошла информация. Организация, которая дает заказы на строительство. Понятно, хорошо. Он, а значит, организовал это покушение на него. Он не организовал. Конкретно он не планировал, он дал задание. Кому-то, ниже. Да? Ниже. Да. Там цепочка. Понятно. То есть он находится наверху этой цепочки и по цепочке дал команду, чтобы его убрали, потому что он мешает этим контрактам, на которых отмываются деньги. Он говорит, что все согласились давно. Кроме него, да? Это он сейчас разговаривает? В принципе, предложение не поступало. Он стоит, этот человек, за всеми покушениями? Они хотят туда поставить своего человека. А вот как. И давать ему самые выгодные контракты. Через него, чтобы проходили контракты выгодные. Понятно. Значит, они лично не знакомы. И этот человек, который раздает эти строительные контракты, просто дал по цепочке команду заменить его там, да? И они решили его устранять физически, я так понимаю. Пугать. Хорошо. Следующий... Но с другой стороны идет информация, что да. Он мог бы тоже пересмотреть свою жизнь. И для подумать. Чего? Что ценности, которые у него есть, которые у него есть в качестве семьи и детей, стоят ли они этой войны? Понятно. Кто? Давай по ленте времени рассмотрим ситуацию. 15 ноября 2021 года. Неизвестный позвонил супруге Александра. 1, 2, 3. Ты видишь на мониторе этого человека? Это один из этих двоих. Понятно. Так, ситуация 11 сентября 2021 года была сожжена его машина. 1, 2, 3. Ты видишь эту ситуацию? Это меры, которые принимались более жесткие. Это эти же люди? Те же люди. Значит, они, получается, на него покушались 4 раза. И на его машину. И запугивали семью эти люди. Понятно. Я могу сейчас установить контакт с этим человеком, который за телефоном сидит, Вера? Заказчиком? Нет, не можешь. Он никак не притянет сюда. А этот, который деньги платил, он знает этого человека по телефону? Нет, там цепочка. Они даже друг друга не знают? Понятно. Ладно, хорошо. Так, что у нас сейчас там в клетке находится? Вот эти два фантома? Мы еще не сканировали. Два фантома, да, и топор этот энергетический. Хорошо, понятно. Так, я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Александра под ногами. Будет так, и так и есть. Сканер сканирует все 7 тонких тел. Александра находит все. Иными словами, можно сказать, что тот, кто в этом городе, где он живет, раздает строительные заказы государственные и является... тем человеком, который организовал на него все покушения, дабы сместить его с его места работы и поставить туда своего человека, чтобы спокойно воровать дальше. Коррупция на государственном уровне. Он должен посмотреть контракты, которые он делал. То есть все эти нападения, они... Да.
Под они... какой-то контракт определенный попадают, что ли? То есть... Они привязаны к одному какому-то контракту или много различных контрактов? Нет, разные. Получается, что он, вот этот, который по телефону говорит, да. У него просыпается вот эта агрессия, то есть он вспоминает про него и начинаются вот эти запугивания в тот момент, когда он теряет какие-то деньги, то есть он бы мог заработать их. Не на всех контрактах он может заработать. Ага, понятно, понятно. Вот же мразь. Я могу установить от Александра к нему канал прямой? Он же на энергетическом уровне тоже воздействовал на него. Должна быть связь. Попробуй. И я даю команду, значит, три. От Александра выстраивается энергетический сферический канал к этому человеку, который с телефоном ответственен за все покушения на него. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Биоробот нет, но тонкие тела не отвечают. Там подселенцы. Там подселенцы. Александр, у вас есть намерение узнать ответственного и вернуть ему все, что он причинил вам? Даже если у Александра есть намерение, он может только свое тело чистить. Хорошо, я могу отдать весь этот негатив, всю эту боль по каналам, этим тонким телам, которые получил. Сферический канал, он открыт, можешь. Хорошо, и включая внутренний белый свет Александру, 1, 2, 3, и на счет 3 возвращаю по сферическим каналам этому тонкому телу, этого человека с телефоном, всю его боль, которую он получил в течение этих последних лет, когда на него были организованы покушения. 1, 2, 3. Вся боль, все болезни, все, что этот человек нанес Александру, мощнейшим потоком возвращается вся эта темная энергия назад этому человеку, который все организовал. Да, будет так, а так и есть. Этот топор тоже туда вернем. И этот топор возвращаем по каналу, в то же место втыкаем этому человеку, где стоял у Александра. Да будет так, а так и есть. В принципе, демон порадовался боли, который там сидит. А физическое тело, оно получит травму. Александр сможет понять, кто это. Хорошо, он услышит об этом. Хорошо, Александр, мы сейчас запустили этот процесс. Наверное, очень скоро вы узнаете, кто там что, где и как. И сразу поймете, боль вся ушла до последнего микрона. Усиливаем все потоки, все отдавайте, Александр. За все эти 5 лет, сколько на вас шло нападений, все ваши переживания, вся ваша боль, все возвращается в него до числового значения 100%. Пошла энергия назад. Выдавливаете из себя ее, по каналам посылаете этому человеку, все назад идет. Подхожу к Александру, даю ему своей энергии столько, сколько необходимо, чтобы выдавить все. Пошел откат, все назад. Он говорит, да, легче стало. Энергия закончилась, да? Да. Хорошо. И подхожу к Александру, кладу руки на плечи и сжигаю этот сферический канал к ответственному. 1, 2, 3, удар. Открывается портал «Галактическое ядро», этот канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Хорошо, откат мы дали. Поехали дальше. Кто у нас в клетке? Снимаются все маски, голограммы, сущности проявляются в клетке. Арахноид. Дракон. Какой? Синий дракон. Да. Бес и джин. Считай цифру джина над головой. 705. У беса? 8. Синий дракон. 3006. Все знают, где они находятся? Да, все знают. Хорошо, начинаем тогда с реверса энергии. Сейчас мы отдадим темную энергию, заберем светлую, рассинхронизуем, вы все вытащите. И если вы будете со мной нормально кооперировать, не обманывать, то уйдете в первый раз на свою чистоту. Тот, кто будет мне мешать работать или пытаться обмануть, это очень будет болезненно на нем потом отражаться. Не рекомендую это проверять. Итак, начинаем. Я даю команду тонкой копии Александра спроецировать все энергетические и сферические каналы. Каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Александру. Возвращается к ним. Хорошо, так, арахноид, как долго ты находился в этом биополе? 3 года он находился. 3 года.
Скажи мне, Арахноид, как твое присутствие отражалось на его физическом состоянии? Ты был ответственен за какие боли? За головные боли? Больше спина. А кто за головные боли был ответственен за этот удар, который он недавно получил, от которого восстанавливается? В голове это было? Он говорит, что я ни при чем. Я не доводил его до этого удара. Есть ответственность за это? Удар? Присутствует здесь? Жизнь ответственна за этот удар. Хорошо. И его отношение к ней. И его отношение к этой жизни. Хорошо. Синий дракон, как долго ты находился в этом биополе? 2 года. Где твои платы стоят? Не в голове, случайно? Нет. Стоят в сердечной чакре и третий глаз. А третий глаз – это не голова? Да, там. Ты имел какое-то отношение к этому удару, который он получил и в больнице попал? Ты спрашиваешь, спровоцировал ли я этот удар? Да. Нет, для чего мне это? Потеря энергии. То есть ты тоже считаешь, что это его жизнь, так сказать? Сломился. Сломился. Понятно. Хорошо. 2 года ты находился без... Как долго человеческая нервная система очень ущербная. От нее много зависит. Да. Физическое состояние биоробота. Это верно. Но тут еще переживания другого плана. Дракон синий. Я не знаю, насколько ты информирован, что у человека есть враг, который ему пытается очень долгие годы навредить. Поэтому, безусловно, переживание имеет какое-то место. Хорошо. Переходим к бесу. Бес, как долго ты находился в этом биополе? Он говорит, сейчас только на меня все не сваливай. 5 лет. Почему на тебя все сваливать? Я хочу узнать всю правду. Больше меня ничего не интересует. Расскажи мне правду. Расскажи, например, 5 лет назад, когда ты зашел, на что ты зашел и почему ты зашел? Он почему-то показывает спорт какой-то. Без сил. Без сил. Понятно. Они любят заходить, интерференты, когда люди занимаются фитнесом и истощаются сильно. И тогда в этот момент у них не хватает энергии для своей защиты. И такие, как сущности, как космические, так и низкие, имеют очень хорошие шансы войти в них. Пот. Пот. Пот, усталость. Вот этот запах показывает он. Понятно. Теперь объясни мне такую ситуацию. Ты 5 лет находился в его биополе. За что ты был ответственен? На что ты его провоцировал? Как ты зарабатывал свою энергию? Было у него внезапное возбуждение. И? Как оно проявлялось? Как он реагировал? Покажи ситуацию. Повышением голоса. Повышение голоса. Хорошо. Это твоя чистота. Пытался контролировать себя. И не получилось? Я дергал за веревочки. А как ему противостоять твоим веревочкам? Вот скажи мне. Вот он пытается себя контролировать. Какие ты слабые места в нем находишь, за которые ты дергаешь? Похвастайся. Терпение испытываю. То есть ему не хватает терпения довести до конца, ты его провоцируешь, и он срывается тогда, правильно? Где-то хватает, где-то нет, возбуждается. Возбуждение, Александр, в любом случае, это является чистотой беса. То есть он зашел на свою чистоту, вы должны контролировать спокойствие своих мыслей. Иначе вы так только вы сможете противостоять, то есть мысли и действия. Хорошо, как у нас с реверсом? Закончился. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы. И в порядке реверса Александр забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Александр себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Итак, переходим к Джину. Джин, как долго ты находишься в его биополе? 7 лет, как сижу. 7 лет. С какой вещью ты пришел к нему? Что-то на шею показывает. И что это такое? Подарок или что это было? Да, на шею что-то. Амулет.
какой-то, да? Медальон или что-то. Медальон, да, круглый я вижу почему-то. Я не знаю, может, не круглый. Круглый я тоже вижу. Да, хорошо. И за что ты эти все 7 лет был ответственный? Я понимаю, тебя интересуют только твои монеты золотые, правильно? Не только. Ну, давай, рассказывай, что ты делал? Командовал. Тебе нравилось, когда он командует? И ты его к этому побуждал? Да. То есть это власть у нас идет, да? Или какое слово ты подберешь правильно? Можно и так сказать. Властвовать, зарабатывать, бренчать монетками. Что тебе больше всего в нем нравилось? Какие черты характера? Энтузиазм. Хорошо работает. Хорошо работает? Отдается работе. А сколько процентов? Ему подкидывал какую-то работу? Ты делал что-то для него? Или ты просто собирал это все? Собирал. Понятно. То есть идей никаких ты ему не подкидывал, да? А зачем? Я наслаждался его идеями. Я же говорю, энтузиазм. Нравится ему работа ради работы. А ты мог его как-то защитить от этих людей, которые на него напали? 5 раз и вредят его здоровью, его имуществу. Ты же вроде как-то из этого выгоду имеешь. Не было у тебя такой мысли? Я не вмешиваюсь в мирские дела. Понятно. Хорошо. Как у нас с реверсом, Вера? Закончен. Хорошо. Тогда начнем за арахноид. Арахноид, выходи. Собирай все, что ты оставил. Вытаскивай. Ничего не забывай. И возвращайся в клетку, докладывая готовности к проверке. Приступай. А есть у него лапа в голове. Не понял? А лапы его. Лапы арахноида? Да, в голове. Ну, да. Арахноид. Если это лапы в голове, это по-любому головная боль, это мигрень. Ты же мне сказал, что ты на него не влиял. Я сказал, на спину больше. А на голову я спросил? Сетка у него. Ты спросил, виноват ли я в его. Понятно, хорошо, да. В его болезни. Но головные боли были у него от твоего присутствия? Мигрени были? Тобой вызванные? Большие, больше спина собрал. Синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, контролируй все, отключай, ничего не забывай и возвращайся в клетку-тюрьму. Где он отключает, Вера? Но снимает, как и сказал. Хорошо. Бес, скажи мне, ты должен знать, где лярва находится в его биополе? Да на голове, ты же видишь, какая рана у него. Это рана от этого топора, да? А рана от топора, а лярва от его мыслей и страха. Понятно. Ты хочешь забрать эту лярву? Да. Я, когда придет время, дам тебе отдельную команду, и ты тогда сначала отключишь все, доложишь мне, я тебе разрешу забрать все лярвы, которые на биополе находятся. А где еще находятся лярвы? Только там. Понятно, хорошо. Потом его, ту рану вылечим. Дракон забрал. Хорошо. Так, Джин, что у тебя находится? Пыль золотая или что у тебя находится в его биополе? Есть такое, да. Хорошо, Джин, в твоих интересах все это сейчас забрать. Я думаю, тебе выходить не надо. Ты можешь все это из клетки сделать. Я очень часто встречаюсь с джиннами. Позолоченная россыпь. Понятно. Она ее втягивает назад в свой какой-то кисет. Есть у него такое. Пока он кооперирует, он в безопасности. Готов. Но я тебе скажу, джинны были и такие, у которых я и чалму, и серьги, и кольца, и все магическое уничтожал. Потому что они врали. Вот что был ты в курсе, там был уровень 7000-ный. А у тебя 705-й, понимаешь? Я все забрал. Я вот просто хотел, чтобы ты это услышал, для того, чтобы ты мне сказал, что ты все забрал. Хорошо? Я не хочу с тобой воевать. Так, Бес, давай, выходи. Вытаскивай сначала, отключайся, все, что у него там установил. Что он делает, Вера? В руках у него. Руки, Вера. А, хорошо. И ноги тоже завязаны. Как веревками переплетены. Как оно влияло на него? Без? Слабостью. Он говорит, ватные ноги. Понятно. Снял все. Хорошо, Без, я разрешаю тебе все лярвы забрать. Аккуратненько снимай.
Ничего не забывай. Готово. Хорошо. Переходим к процедуре рассинхронизации энергии. Я даю команду. Арахноид и бес к дому подключены. Так, арахноид и бес. У вас есть что-то там в доме у него, да? Есть. А мы сегодня будем чистить его. Так что давай, наверное, сделаем следующим образом. Сейчас мы закончим рассинхронизацию, проведем проверку. Все каналы я сожгу. Потом я отправлю арахноиду и бес, откроем канал в квартиру. Они за это время соберут пока все, что они там оставили. Я это все проверю. Соберу еще бесу темную энергию, которая там находится, где он живет в квартире. И открою всем порталы, и они уйдут на свою частоту. Устраивает такой вариант? Да. Хорошо. Тогда ждем рассинхронизацию. Готово. Отлично. И я даю команду сканеру на контрольную проверку. 1, 2, 3. Пошла контрольная проверка. Малейшие наночастицы чужеродных энергий выпариваются сканером, уничтожаются на месте. Если что-то крупное, до сих пор не обнаруженное, но проявляется. Чисто. Отлично. Подхожу к Александру, кладу руки на плечи и даю импульс высоковибрационного шока удара и сжигаю все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Готово. Открывается портал «Галактическое ядро». Канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо. Так, я тогда сейчас отпускаю арахноида и беса в квартиру. И мы с ними встретимся через полчаса. И сделаем, как договорились. И на счет 3 я открываю портал против часовой стрелки в квартире Александра. 1, 2, 3. И в этот портал уходит арахноид и бес. И дожидается нас в квартире, в доме, в квартире у Александра. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо, синий дракон. Я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше не придешь в это биополе. Даю тебе слово. Хорошо, благодарю. Открываю наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. И синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, у нас остался Джин. Джин, готов уходить? Да, готов. Ты понимаешь, приходить в этот биополе для тебя будет с этого момента опасным. Ты меня уже увидел, и я тебя увидел. Так что найди себе новое место обитания. Все понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина. 1, 2, 3. И Джин уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо. Так, клетка у нас пустая или что-то там еще есть? Пустая. Там у нас монитор еще стоял с этими фантомами. У нас два фантома стоят, монитор ушел. Два фантома стоят. Так, существует ли какая-то возможность что-то еще отдать этим людям, которые нанесли ему физическую боль? Он-то связан, они-то связаны с его энергией, они прикасались к нему и воздействовали на него. Я могу этим фантомам вернуть? Ты можешь, сейчас подожди, из его памяти также отдать им боль. Хорошо. Нанесенную. И страх. И выстраиваю энергетический сферический канал из головы Александра в головы этих двух фантомов. 1, 2, 3. И возвращаю реверсом им весь тот негатив, сохранившийся в памяти у Александра. Всю эту боль, все, что он, все переживания, которые он получил, все это возвращается мощнейшим потоком этим фантомом назад и заливает им эти же места в головном мозге. Занимает точно такую же позицию. Вся эта боль распределяется между двумя. То число значения 100% идет реверс. Что у нас идет по каналу? Энергия идет. Какого цвета? Темная энергия идет. И они за голову хватаются и кричат. Отлично. Все, до последнего микрона откат идет. Ни грамма больше, ни грамма меньше. Все назад. Получите всю боль, которую вы причинили человеку. У них страх будет теперь.
при упоминании Александра. И они этот страх, я им сейчас устанавливаю программу, усиливается в 100 раз. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Только при одном его упоминании они будут испытывать страшнейшее чувство страха. Как плата за то, что они сделали. Они будут обходить его с 10-й дорогой и волочить свое жалкое существование на этой земле и не понимать, что вокруг происходит. Точно так, как чувствовал себя Александр. Все эти боли, все эти годы, все вернулось назад. Да, будет так, а так и есть. Александр, усиливайте потоки, все назад возвращайте этим нелюдям. Готово. Отлично. И даю удар, импульс высоковибрационного, и сжигаю каналы к этим двум фантомам. 1, 2, 3. Есть. Хорошо. Что они там в клетке? Что-то изменилось? Ну, они по сторонам смотрят. Ага, уже хорошо, на паранойю. Отлично. Открываю портал против часовой стрелки на их частотах. 1, 2, 3. И они уходят на свои частоты. Закрываю, печатаю, растворяю. И помнят об этом разговоре. Шикарно, отлично. Как вы себя чувствуете сейчас, Александр? Не понял пока. Хорошо. Боли нет в голове? Пусто в голове. Хорошо. Пусто — это уже неплохо. Всегда можно заполнить светлыми энергиями. Поехали дальше. Идем по частотам. Готово. Пусть тонкая копия Александра вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. Были такие моменты. 600. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Александра до значения 600 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, Вера. Теперь давай посмотрим эту рану на голове. Сейчас увеличь картинку. 1, 2, 3. Красным светом загорается вся вот эта болезнь, которая находится у него в голове. 1, 2, 3. Ты видишь четко и ясно. Эти энергии подсвечиваются красным светом. Сосуды у него. Сосуды головного мозга, да? Да, в голове. Хорошо, давай, Вера, тогда эту энергию вытащим из его сосудов. Появляется твой красный чемоданчик. Бери инструмент для удаления этих энергий. И высасывай все эти энергии в этот инструмент из его сосудов. Пошел процесс. Они очень тонкие и как шарики через какое-то расстояние. Спазмы, что ли. Все шарики собираем. Готово. И открываю воронку в галактической ядро и выкидываю туда этот инструмент, закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо. Теперь какие нам ему нужно дать энергии, заживляющие, какие нужны энергии для этой болезни? Считай информацию. Ему нужна энергия. И на счет 3 в больное место в голове Александра начинает поступать 4 потока. И все эти энергии поступают, заполняют все больные места, вытесняет болезнь, начинает циркулировать. Эта энергия, она почему-то идет ему в позвоночник. Это из-за через того... голову. Это от этого, что у него на спине было, да? Через голову в позвоночник, все правильно. Сейчас и там улучшения начнутся. Это же там арахноид сидел. Готово, наполнился. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Александр, как вы себя чувствуете сейчас? Когда я последний раз вас спрашивал, вы сказали пустой. Говорит, что не понял, пока мне привыкнуть надо, осознать, прочувствовать. Конечно, никто вас не торопит. Мы закончили сейчас вашу чистку и будем переходить к вопросам куратору,